легенд. Первая легенда о том, как Бог создал женщину. Однажды к Богу пришел мужчина и сказал, что ему одному скучно. И вот тогда Бог решил подарить ему подругу жизни – женщину. Но так как весь строительный материал был уже израсходован на мужчину, то он решил взять ранее им созданное. И так он взял задумчивую грусть луны, свежесть утренней росы, стройность тростника, аромат розы, влюбленность голубки и сладость меда. Смешал все это вместе, но во избежание приторности добавил слезоточивость облаков, непостоянство ветра, хитрость лисицы, трусость зайца, мстительность осы, жадность акулы и все ужасы стихии. Потом смешал все это вместе, и вот из этой смеси получилась прекрасная женщина. Бог вдохнул в нее душу, передал мужчине и сказал: «Мучайся с ней, но береги ее, ибо повторений не будет». Еще одна короткая легенда о том, как Аллах создал вино. Однажды Аллах убил пролетавшего над горной вершиной орла. Взял 100 грамм крови, помешал, попробовал. Хорошо. А вот чего-то не хватает. И вот тогда Аллах убил барана. Взял 300 грамм крови. Помешал, попробовал. Хорошо. А вот все равно чего-то не хватает. И вот тогда Аллах убил свинью. Взял 500 грамм крови. Помешал, попробовал. Хорошо. И вот с тех пор повелось. Выпьет человек 100 грамм. Чувствует себя орлом. 300, ну вот бараном, что ли, а вот 500 грамм. Когда-то давным-давно на Востоке существовала легенда о том, что верность любимой женщины зависит от цвета ее волос. И вот по этому поводу послушайте еще одну старинную восточную легенду. Шли юноши, споря, по берегу моря, и спор свой свели к одному. Блондинкам ли верить, брюнеткам ли верить, или верить вообще-то нельзя никому?